налево задует. Потом меня материть будешь. Минус 54. Я с градусником. Можешь взять мой телефон и меня поматерить. Февраль самое дутье начинается. На Колыме вот ветер такой идет 2 недели. Вы попадете туда 100%. Как раз попадаете под этот февраль. Я почему и... Значит, все получим от себе. Ну, я говорю, Стас решил, значит, так надо. Я, ребята, здравствуйте. Половину маршрута уже прошли, да, ребята? На расстоянии. И 3 дадите? Половину прошли уже маршрута, да? Птицы ставят с собой цель достичь самой источной конечности. И объятной родины. Это, может, как край географии, это полярья. Место при полном отсутствии дорог, суровыми климатическими условиями. Эту задачу ставили перед собой многие известные во всем мире путешественники, международные группы. Задача очень сложная, реально. Очень пожелать ребятам успехов. Знаю, что они имеют опыт управлять в экспедиции. Вот. И тщательно готовились интенсивно к этому походу. Подготовка происходит и автомобиль. Очень хорошо. Готовка к полярию, к работе машин низких температур, к автономному проживанию. Ситуация, когда невозможно прибегнуть к помощи извне, к поломкам автомобиля, к ремонту. Это подготовка и самих участников фактически к выживанию в экстремальных условиях. Это подготовка самого маршрута, разведка, сбор информации. Где можно дозаправиться, где можно получить какую-то техническую помощь, аварийную помощь. То есть получить разрешение на нахождение пограничной зоне, потому что есть иностранные участники. Поэтому это пустаническая работа. Привет. Здравствуйте, девушка. Привет. Ну что, ты опять собрался? Да, собрался. На север. Вот много маршрутов только по северу. Почему ездят? Север. Другие не ходят там. Алтай, да? Тува. Очень красиво. С севера все хорошо. Люди хорошие. Все хорошо. Нормально. Если хочешь, везде выезжаешь. А из Прибалтики вы из какого города? Таллин. Да, Таллин, да? Да, Эстония и Таллин. А как происходит взаимодействие между экипажами? Вы едете 3 машины, грубо говоря, в поломке случилось или еще что-то. Как друг друга выручаете, еще что-то. Может, какие-то истории вспомните? Взаимодействие. Я не понял, что это взаимодействие. Взаимодействие, то есть помогать друг другу. Ну, конечно. По-другому не можно. Все друг друга помогают. Если кто-то сломается, все стоим, никто не едет. Надо все со всех. Или как, я не знаю, как правильно сказать. Один за всех и все за одного. Да, точно. Вот. Не мог высказать сразу. Что там другого варианта нет, то останется туда тут. Какие ожидания от экспедиции? Я хочу белый медведь увидеть в свободном природе и фоткаться. А так, чтобы медведь не был между меня и машиной.
Есть еды, которую мы с собой берем, тоже у нас важный фактор. Сколько в итоге вас получилось? О, это уже надо непосредственному руководителю, который все это взвешивал на весах, задавать вопрос Стасом. Да, он скажет, у него все расписано, он каждую чуть ли не тарелочку уже взвешивал. То есть у него прям расписано все, потому что вес — это один из наиболее важных пунктов подготовки наших автомобилей. Заменено все, что можно, на алюминиевые облегченные детали, все, что могли лишнее, сняли, оптимизировали оборудование, распределили его по трем машинам. Такую подготовку с весом проводили. Ну, мы надеемся, что в дороге у нас морозы будут сильнее, потому что именно от морозов у нас зависит удачное прохождение. Нам необходимо, чтобы в тех заливах, через которые у нас построен маршрут, был лед, а он без морозов невозможен. Сейчас там по информации, к сожалению, тепло, снежно, и нас это не радует. Мы готовимся на данный момент к тяжелому прохождению. Как с ним морозы, вот пока мы едем, все-таки там не встанут. Нет, только вперед. К сожалению, в данном маршруте никаких запасных обходных путей предусмотреть было невозможно, их просто нет. Вообще в тех краях бывали лучше, знаете? Да. А вот расскажите, когда это было, что вы там делали раньше? Два года назад в Чукотку едем, в Магадан я едем, Дикшо едем, Таймыр едем, Яман, Топованенко едем. Самый далекий, самый сложный разрешение получить, пограничный. А как это разрешение? Военный, да? Да, но у нас Юля, ну, все занимается сильно. Остальное дело техники, ехать, а это с разрешением все так очень сложно. Не боитесь, далеко там? Нет, не боюсь. С друзьями поеду, что там нравится. Да пока до понадобления. Давай, спасибо. Пацаны, если только что-то ехать, то понадобится. Нет, смотри. Удачи вам в путешествии, всего самого замечательного, новых впечатлений, еще раз. Спасибо. Давайте возвращайтесь, живыми, здоровыми. Все, последний теплый день. Давайте групповое фото сделаем. Да, ну все, по машинам. Все готовы.